Footages for this video were provided by our friends from the World War II Pathfinder channel. These guys are searching for the World War II military artifacts. We highly recommend that you subscribe to this channel. Find the link in the description below. Так, вот такая вот находка рядом с этим блиндажом стоит. Противопехотная мина, шпринг-мина 7И-35, без взрывателя. У дерева прислоненная. Такая вот опасная находка. Частично сохранилась краска. Так, ладно, оставим пока ее здесь. Позже утопим в болоте. Так, идем дальше по этим каменным окопам. Остатки грандиозного сооружения. Большое укрытие, лисья нора из больших элементов гофрированных. Листы просто сложились друг на друга, похоже. Либо не успели их установить. Не знаю, по какой причине они так лежат здесь. Некоторые листы уже полностью покрыты мхом. Очень хорошее состояние железа, кстати. Здесь, кстати, можно увидеть, как соединялись между собой эти листы. Здесь у нас шип. А с этой стороны отверстие. И это просто вставлялось друг в друга. И ничем не крепилось, похоже. Тут у нас тоже лисья нора, укрытие на пару человек из гофрированного железа. Идем дальше. После того, как я нашел шпринг-мину наверху, я решил проверить низину. Здесь у нас забор из колючей проволоки по низу идет. Частично уже весь под мхом упал, а частично торчит из-под мха. Колючая проволока местами вросла в дерево. Деревья за полярным кругом растут очень медленно. Так, вот эта колючка на уровне, наверное, 2 метров от земли. Дерево росло и постепенно поднимало ее вверх. Что же я увидел в низине? Очередное минное поле из шпринг-мин, друзья. Опять шпринг-мины. Опять в большом количестве. Смотрите. Смотрите, какое состояние. Она практически на 90% в краске. Вид сверху. Видны чернильные клейма, вся крышка по периметру промазана воском. Взрыватель, остатки нажимного типа 7И-Z-35. Одна мина здесь и раз, два, три. В 3 метрах следующая мина. Усатый взрыватель 7И-Z-35. Так, сейчас достанем ее. Так, достаем мину. Да, этой мине не повезло. Сохран у нее хуже, чем той, которая стоит немножко выше. Установлены мины рядом, разница 3 метра, а состояние
очень сильно отличается. Это мина в более худшем состоянии. Вот, к примеру, мины, которые не были установлены. Взрыватель отсутствует. Опять же, состояние некоторых мин вполне себе приличное состояние. Частично сохранилась краска. В общем, вот такое очередное минное поле. Надоело его копать. Надо идти дальше. С краю лопатки пила. Обратная сторона сохранилась лучше, чем лицевая. Клеймо года 1900. Единица. Дальше, к сожалению, не разобрать. Где-то я слышал, что такие лопаты редкие с пилой. Смотрите, как хорошо сохранился окоп из камней, которые просто уложены друг на друга. Никакого раствора. Стоят стены и не падают. Сегодняшний вид из каменного окопа. Телефонная линия вдоль окопа сохранилась до сегодняшних дней. Смотрите, протянуты провода разного цвета. Здесь у нас провода протянуты. И смотрите, кое-что интересное. Так. Опаньки, указатель, смотрите, указатель, стрелка. Попробуем пройти по табличке, куда она показывает. Так. Опять телефонная линия. Провода. Так, в общем-то, все понятно. Окоп идет вниз. Вот так вот. Я уже проходил по нему. Он еще метров 200 идет вниз. Очень прикольно ходить вот по таким вот дебрям, позициям, где людей не было очень и очень давно. К сожалению, хлама как-то не очень накидано, но зато можно походить, посмотреть всякие такие вот окопы, укрепления и найти что-то интересное просто глазами. Смотрите, очередной ангар, укрытие, лисья нора, блиндаж, хоть как называть можно. Я что-то привык называть ангар. Полностью пустой и затоплен. Под водой я вижу только камни и остатки каких-то досок гнилых. Такой вот фрагмент от бронеспинки с самолета, предположительно советского, нашелся рядом с этим ангаром. Бронеспинка пробита пулями. Смотрите, одно попадание, сверху второе. Здесь у нас два рядом и еще третье. Обратная сторона этой бронеспинки. Видны остатки крепежа. Прямо на пути, под лестницей. Та-дам! Хороший сигнал. Так, пустая внутри. Останков нет. Офигеть! Вы посмотрите только на это. Как лежит хорошо. Офигеть, офигеть. Вот это находка, я вам скажу, под конец-то дня. Я уже, грубо говоря, собирался идти в сторону дома. Блин. Засадил по ней лопатой. Ну-ка, давайте достаем каску. Посмотрим, как ее сохран. Офигеть, остатки краски. По-моему, декаль видна. Сейчас перевернем. Обратная сторона. С этой стороны, по-моему, триколор. И он закрашен, если я не ошибаюсь. Офигеть. Вот это сохран. Посмотрите,
Кламер крепления подшлемника. Офигеть. Сверху неплохой сохран. Эта сторона. При том, что это 35-ка. Ранняя каска М35. Довольно неплохое состояние каски. Офигеть. Я вообще не ожидал. Хотел залезть во вчерашний блиндаж. Шел к нему. Взял с собой фонарик. Наткнулся на еще один блиндаж. Смотрите. Вход в блиндаж немного обвалился. Я уже начал его расчищать от камней. Крыша этого блина абсолютно целая. Даже выросло пару деревьев на крыше. Я понимаю, если что-то произойдет со мной, это будет конец. Пипец. Я даже не знаю, что делать. Охренеть. К сожалению, делать нечего в этом блиндаже. Потолок уже обрушился. И, как видим, что-то здесь пустовато. Одни камни и обрушенный потолок. Вот слева от нас лист железа. Похоже, здесь печка стояла. Самой печки нет. Обрушенный потолок. Капает вода. Рубероид остатки, гидроизоляция была когда-то. В общем-то, пустовато. Капает вода только. Да. Очень холодно в этом блине. И он очень маленький. Размер, наверное, 2 на 2. Скорее всего, это огневая точка была. Ну что ж, надо вылазить, пока вход не осыпался. Вылазим. В общем, вот такие пироги. Расчистил вход, а блиндаж оказался завален изнутри потолком, перекрытиями. Бревна уже обвалились, и находиться там чрезвычайно опасно, я считаю. Ба-бам! Минное поле по склону горы. Я задолбался их выкапывать. Больше, чем 2 часа потратил, чтобы выкопать и притащить их в одно место. Целое минное поле. Я не знаю, сколько здесь штук. Надо будет посчитать их попозже. Не все выкопал. Потому что все выкопать, похоже, здесь нереально. Весь склон просто усеян ими. Первый раз я вижу такую картину. Обычно находишь 2-3 штуки и все. А тут их просто не сосчитать даже. Смотрите, какое состояние некоторых из них. Офигеть. Они все в краске. Практически все мины с усатыми взрывателями 7Z-35 нажимного типа, нажимного действия. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 69, 70. 70 штук, охренеть. Получилось 70. 70 шпрингмин. Такие вот опасные находки. Целый лес из шпрингмин и усатых взрывателей 7Z-35. Офигеть. Оставлять я их так не буду. Утоплю в болоте. Здесь у нас есть болото. Так, сейчас покажу. Будут утоплены вот здесь.